и не снила с моему отцу. Я сегодня докачал, собственно, Bitcoin Core до конца. Там 150 с чем-то гигов, то есть все эти блоки качал. Не знаю, буду ли я вообще когда-нибудь играть в CS. Слишком даунская игра. Слишком рандомная. Любишь дотку? Ланая, Сларк в одной команде, Рубик саппорт и против них Хаос Найт. И хочешь стать круче? На сайте anylevel.com ты сможешь заказать перекалибровку для своего аккаунта. Буст ранга от 150 рублей. Получить персональную тренировку или купить аккаунт. Ссылка в описании. Я, короче, попробую рестримить на YouTube. Мне много раз это предлагали. Мне кажется, это сложно, мне кажется, не знаю, в этом особо нет смысла, все равно не собираюсь следить за YouTube. Окей, на YouTube тоже запустился. Ха. Ну, типа, двойной стрим. Хз зачем, хз нахуя. Если кто не понял, повторюсь, есть такой сайт, который позволяет сразу стримить на нескольких платформах. То я типа запустил на этом сайте, ну через этот сайт на Твиче на Ютубе. Опять же, повторюсь, не знаю зачем. У меня на Ютубе нихуя нету. Ни смайлов, ничего. Ебать, Папези, спасибо за подрубку на Ютубе. Живу в ебене, Ютуб трафу не потребляет. Твич для меня непозволительное удовольствие. Хм. Еще раз спасибо. Ты даже о таком не задумывался, если честно. Бля, парни, изи гайд, как побеждать, ну, что в еще? PUBG. Просто сидишь, всю игру, Играешь, ничего не делаешь. Качественный контент. Да-да, я. Качественный контент. Я всю игру сижу, я просто сижу, я в самом центре. Я самый центровой игрок в PUBG. Я максимально в центре. Всю игру вот так вот я сижу, я просто в центре. И просто сейчас выиграю игру, бля. Вот так-то лучше. До сих пор никого. Скажи, папаня, какие твои планы на НГ? Что планируешь достичь? Никаких. В новом году? А что оставишь как есть? Почти все. Достичь, не знаю. На турнике много раз подтягиваться, вот который я себе дома поставил. И на брусьях. Сколько, не знаю, но побольше. Как в этой игре стрелять самому? Вопрос. Через эти... Короче, забейте. Через эти окна стрелять нереально. Просто нереально. Привет, батяня. Я его не найду так. Ты когда много говоришь в уголках, рта скапливается белая фигня. Ну ты понял, короче. Уметь. Попей чё? Водички, а то я на 4К мониторе уже не могу на это смотреть. У меня видел? Не люблю, когда мне сердечки посылают. Не знаю, как это отрубить. Был бы благодарен, если кто-то подсказал. Видел тебя на прошлой неделе. Не решился подойти. Из-за твоего Все правильно. Поста в группе, типа ты видишь во всех потенциальных врагов. Все правильно. Думал, затыкаешь меня, как свою клаву во время доты. Зы, ты в курсе, что 85% людей животных даже не читают состав на упаковке продукта. Ну, земля и металлом. Все подряд, как свиньи. Если ты хочешь стать бессмертным, даже не хотя бы до 65 лет, то не хавайте помои. Да не переживай, я знаю прекрасно. Твикс я уже не ел 1000 лет. Фанту я пью раз в 3 месяца, может быть. Последние 2 года я, наверное, пью фанту раз в 3 месяца. Ну окей, не последние 2 года. Последние 1.5 года, maybe. Будешь в ХС в этом сезоне? Не. Я ебал ХС. Не знаю, буду ли я вообще когда-нибудь играть в ХС. Слишком даунская игра, слишком рандомная. Короче, не буду играть в CS, но в игре нету скилла, нету мотивации. То есть какой, откуда взять мотивацию играть в игру, в мультиплеерную игру, в которой нету скилла, не присутствует. Как бы не существует такого понятия, как скилл. Здорово, Батич. Почему ты не играешь на тролле, если он копия тебя? Лоси, don't look at me, if it ever can... Почему не играю на тролле? Я на нем играл, когда он был играбельный. Сейчас тролль лично для меня вообще не играбельный, ну, помойка, блин. Чисто герои на уровне мортретки. Ты собираешь БКБ, пока у тебя БКБ 10 секунд, ты можешь кое-как драться. Как только становится БКБ там в районе 6-5 секунд, ты просто вот за эти 5-6 секунд что-то побегал за кем-то, враг нажал Ghost Captor, ты там пока дуплись, если у тебя есть диффуза, пока прожмешь диффуза, maybe убьешь саппорта. Герой, который зависит полностью от БКБ, и ты не можешь иметь БКБ 10 секунд, вообще нет смысла играть. Эти вот герои, мортретки, тролли, это, бля, мертвые герои. Ну, лично для меня. Хаос Найт — это Last Pick Gaming. Хаос Найт — это чисто Last Pick герой, понимаешь? Если его Last Pick'нуть вот четко, когда нету контры, то он очень сильный может быть, прям очень сильный. То есть, не для меня герой, я никогда бы не смог им играть полноценно, потому что ему надо только Last Pick'а чисто, чтобы у тебя не было контры никакой. Вот, допустим, представь, пикнуть Хаос Найта Last Pick'ом, например, против Сларка, против Кэрри Сларка, против хардлайнера, например, ну какого-то любого хардлайнера без АОЕ.
Кэрри Сларк, хардлайнер без АОЕ, саппорт, не знаю, какой-нибудь Рубик. Я снова живу. Какой-нибудь роамер типа Пуджа или там Земли, неважно. Хотя, ну, Земля. Можно Землю, да. Какой-то роамер типа Пуджа и мидер какой-то тоже без АОЕ. Там, не знаю, Ланая, например. Представь, вот Ланая, Сларк в одной команде, Рубик саппорт, хардлайнер без АОЕ. И против них Хаос Найт. То есть у этой команды уже почти не будет шанса выиграть, если у вас не дауны, потому что Хаос Найт, ну, никак не контрится, ты не можешь собрать какие-то итемы, чтобы его законтрить. Настолько срочно. Я получил власть, которая и не снилась моему отцу. Если есть биткоин, кошелек за донёт... Хуяси! Сказал Яси! В системах доната деньги не держу. Ты не поверишь, но... Сейчас, подожди. Ты не поверишь, прикинь, короче, я два дня вот это вот качал, ну, полный биткоин кор. Я, короче, вообще не шарю, не знаю, что я там почитал, решил скачать Bitcoin Core. Там 150 чем-то гигов, то есть все эти блоки качал. Я вот только докачал, я-то не знаю, вот перед стримом, за полчаса до стрима я только докачал. Поэтому давайте скину после, собственно, стрима. Ты можешь написать всему другу ВК? Подожди, хотя нет, не надо ему писать ВК. Там будут требовать. Ну что еще? Бля, когда с тобой связаться? Это я тут, челбазавр с ЦК. Да дайте с этим челиком поговорить! Там 0.5 БТК на кону! Что за рофл со встречем на той трубе? Ну, подрубил на ютубе стрим для работяг. Ну, просто, типа, на ютубе вот стрим еще. Он просто ну, есть. Ну, что еще? Он просто есть, ну, что за рофл? Он просто идет, он просто есть. Донат нет. Я доволен тем, что Сларк из молчаливого мурлока превратился в харизматичную акулу, а тролль пацифист в наполненного злобой. Но, блядь, делать из мужика... Я снова живу! Скелетона с мечом и щитом, однорукого болотного цвета духа. Это тебя тоже радует и бесит? Мне должны забанить за рестрим? Почему никто не сказал, что... Если за рестрим могут забанить, почему никто не сказал, что это опасно рестримить? Почему еще должны забанить за рестрим? У меня нету договора с Твичом, что мне нельзя рестримить. Я об этом никогда в жизни не слышал даже. Короче, как мне с тобой связаться? Жаль, ты не скинул никаких контактов. В общем, я сказал, я сегодня докачал, собственно, Bitcoin Core до конца, а вроде как почти разобрался, но я не знаю, как с тобой связаться. В этом проблема. Только без хуни, плиз. Дайте выиграть. Любый донат, ставь плюс в чай. Тихо. Если знал, что у Папича 25 сантиметров... То... Покажи, блин, парашу! Почему ты не показываешь? Сейчас на рейтинге такие ванны. Они из подземелья пришли с 7.0, 7 после калибровки получили... Еще 40 сверху, пожалуйста, давайте. В прошлой игре у меня был виз... Ну... То, что я охуел. Ну почему? Почему, блядь? Опять не везет! Hello, Artas, I wish you good luck. Лучше карты мне раздай нормальные, адекватные. Я не могу поставить 21к даже. Ой, все, ой, блядь, ой, все, ой, все, ой, блядь, ой, все. Ну что еще? Как нам связаться? Если я напишу свои контакты, то кучу долбоебов заспамит меня и могу пропустить тебя в сообщениях. Скинь в личку на ПД просто пруф. Если на ПД зариган. Тебе трудно номер биткоин кошелька добавить в инфо под стримом. Алло, я только что сказал, что я не шарю. Я не шарю. То есть я не шарю. Откуда я знаю, могу ли я вообще так делать? Я не шарю. Ну, только что сказал, что не шарю. Только что. Я только начал разбираться. Паня, помню, ты как-то рассказывал, что к тебе домой заходил какой-то челик. Почему ты так спокойно это воспринял? Ведь он же тебя и убить изи мог. И чё? Ты какие-то действия в связи с этим... Сменил ли замки? Какие-то предпринял, сменил замок, да, и чё, ну, убить мог. А чё думаешь, ну, тот, кто хочет убить, ему что, думаешь, сложно попасть в квартиру или что? Если там, допустим, чел тебя хочет убить. Если бы он захотел бы, ну, кто-то, что там, настолько сложно, допустим, попадать в квартиру. Как я должен воспринимать, что я должен, по-твоему, был делать? Ну да, заломился, maybe грабитель, maybe какой-то хейтер, maybe какой-то просто даун. Какие мои должны быть действия, как я должен это воспринимать? Кулите, Вита, вот ты не кинул стан в Тимбера, осознал свою критическую, я уже было тебе респектанул, но тут ты начал... Так и есть. ...что момент зарунил клок. Ну да, он заруинил клок. Вот я так подумал, если ты захочешь трахнуть тролку, но у тебя не встанет на языку, что ты скажешь? Извини, но я не виноват, что ты не дядя Богдан. Ой, все, пошел нахуй, хотел тебе отвечать. Во-первых, ебаный даун, я во время игры объяснил, почему заруню клок. Я во время игры объяснил. Ты это тупо проигнорил. Пересмотри, иди, сука, стрим, тупица. Я во время игры объяснил, почему заруню клок. Да, я сказал, что я не кинул стан, это была моя ошибка, но аневай клок там подруинил. Чем бы ты занимался, если бы знал, что тебя не убить, и ты можешь умереть только от старости, кудроботу и бастрану? Лучше бы меня можно было убить, но я не мог умереть от старости. Потому что это хуйня. Тебя не убить, но ты можешь умереть только от старости. Это вообще хуйня. Лучше, чтобы тебя могли убить,
Ну ты не мог умереть от старости, поверь. Это намного лучше. Вчера в 9 часов вечера в районе Мегамола была найдена пропавшая девочка и инициаль. По словам девочки, ее похитил украинец 27 лет со следами от наушников. Пострадавшая, находясь в шоковом состоянии, все время повторяла одну фразу: «Ебать, он здоровый такой, капец». Я не ожидала, прям с девочкой ведут беседу. Остановить трансляцию, остановить передачу, отменить задержку. Наверное, остановить трансляцию просто. Я задержку ставлю в ОБС, потому что я стримлю на две платформы.